Всем привет, дорогие друзья, с вами я, я не знаю кто, я записываю уже фиг знает какой раз видео по КСС, и это не первый раз. Я вообще хотел снять Counter-Strike КС 1.6, но мне что-то так заинтересовал Source, что я прям не радуюсь, не нарадуюсь этому флажку легендарному, на который сделан Half-Life, Garry's Mod, Counter-Strike Source, и много игр на нем сделано было. Так. Ну давайте в карточку уже запускаемся. Я надеюсь, у меня лакать не будет, или хотя бы не сильно. А, давайте я чуть-чуть больше раздену. Ладно, все равно нормально. Понятно. Кто есть? Так. Блин, ничего бывает. Я не записывала в полноэкранном режиме, потому что у меня оно в принципе не записывается. То есть, смотрите. Вот, возьмем вот это, да. Вот так вот. И все залагало. Наверное. Все. Так же лучше, да? Мамочка! Пойдем! Ай, так, давайте возьмем муху, что ли. Я, по крайней мере, никого не слышу. Так. Прям здесь. Прям слышу. Где-то здесь. Я еще хотел такую фигню показать, да? Вот сюда вот можно попасть. Вот сюда вот, по крайней мере, можно попасть. А что еще? На, вот это единственная крышка, куда можно попасть. Кто говорил, что КС-Source не очень хороший? Ага. Игрушки вам. Че отличная игра. Что-то я тоже раньше думал, что фу, это говно. Ну, вы, конечно, не хотите мне в комментах всяких там. Все, я возьму. Так. По крайней мере, тут... О, тут кто-то. А, не мои. Не наши. Они. Я круто слышал.
как будто вот кто-то вот тут прошел, да? Но я одновременно никого не слышу. Кто в живых? Кто в живых? Так. Я даже не знаю, где еще одна точка. Подождите. Никого, что ли? А, один остался. Ну, тогда не страшно. Хотя у меня хп мало. Ну, это здесь. Тут что ли? Он нашел цветочки. Он будет не слышу. По крайней мере, ну я не слышу. Ну их, по-моему, нету. А если я вот сюда поднимусь? А, он мог пойти союзника спасать. А, как я так не подумал-то? Ладно. Все. Как-то так. Они, кстати, могут тут еще с другой стороны вот здесь. А, нет, они здесь не выходят. Слышу кого-то. Так. Видел. Не, он уже знал, что я там. Он по-любому бы туда пошел. А, я так и знал. Ладно, я думаю, на этом можно пока заканчивать.